опять впустую. Третью ночь. А холодно как? Может, дождемся? Видно, фигура переходит. Видал, начальство понаехало. Подожди. Он. Смотри, у сосен. Гляди, это немец. А ты что хотел? Чтобы он в Буденовке из немецкого тыла уползал. Живой? Живой. А может, это не он? Видишь, вон ракетница. О! Ползут. Тащат кого-то. Будет жить, товарищ майор государственной безопасности. В машину. Благодарю вас. Проследите, куда поместят Сергея. Слушаюсь. Господин барон! Господин барон, вас срочно просят в замок. Господин барон, вас ждет господин генерал.
Ну, как охота, Георг. Спасибо, отец. Секретарь адмирала Канариса просил от тебя позвонить ему. Георг фон Шлоссер. Спасибо, фройлен, жду. Добрый день, господин адмирал. Как ваше здоровье? Я вам очень признателен, господин адмирал. Да. Ну, какие могут быть сборы? Да, да, конечно. Спасибо, передам. До свидания, господин адмирал. Отец, вам привет от адмирала. Надеюсь, ты уезжаешь не сегодня. Два года без дела. Я не могу так. Я разведчик. Моя работа для меня все. Вы должны меня понять. Альмут, господин барон уезжает сегодня надолго. Ты едешь с ним? Слушаюсь, господин генерал. Если Георг... ты опозоришь наше имя, то я буду последний барон фон Шлоссер. Извините, отец. Военное время, место Шлоссера в окопах, а не... У меня свое поле боя, отец. Я буду воевать по правилам, которые не опозорят чести нашего дома. Не могу. Опять? Я подожду. Не говори ему, что я здесь. Thank you.
Сын, говоришь? Хорош. Семейное положение Холста, самого сына. Лена мне сначала не говорила, сам узнал случайно. Как она? Ну, а что я мог ей говорить? Официально она тебе не жена. Правду сказать нельзя, вот и выкручивался, придумывал. Бубнил одно, жив он вернется. Сколько же лет там проторчал? Слышал, твоим последним материалом цены нет. Есть цена, Кость, есть. Человек погиб, меня вытаскивая. Значит, сын, говоришь? Олег Сергеевич. Слушай, я говорил с начальством. Если ты намерен с Леной, ну, в общем, официально, то можно ей все рассказать. Да мы ведь тогда собирались. Как она? Сергей Николаевич, сейчас укольчик сделаем. Ну, мучайся. Я пойду покурю. Все нормально. Скоро будет здоров твой герой. Мой. Я уж забыла, как он выглядит. Мой. Зашла бы посмотреть. А ну, пошли. Исчез, не сказав ни слова. 4 года, ни письма, ничего. Ты понимаешь, что это такое, 4 года? Для меня нет его уже. Понимаешь? Понимаю. Четыре года он у немцев был. Лена. Вот так. Несите наверх. Ваш кабинет будет наверху. Где удобнее, Эльмут? Хозяин еврей в концлагере. Прикажете убрать? Да, да. Господин майор, начальник оберкоманды послал за вами машину. Он просит вас к себе. Хорошо. Хорошо.
Если вы сумеете понравиться ему, Лотта, ваша мечта стать профессиональной разведчицей может осуществиться. Идут. Господин майор. Здрасте, фрайлен Фишбах. Я польщена, вы знаете мое имя. Шеф ждет вас. Мой адъютант лейтенант Заукель расскажет вам, фройлен, последние берлинские новости. С благополучным прибытием, господин адмирал звонил мне о вас лично. Рад вас видеть в Таллине. Прошу. Садитесь, пожалуйста. Я рад с вами познакомиться, барон. Еще больше рад вашему возвращению в строй. В 40-м я читал вашу записку о военном потенциале русских. Это был уникальный документ. Уникальный и, как всякая правда, опасный. 2 года меня не допускали к работе. Ничего, барон. Теперь вы... отыграетесь. Война с русскими не партия в кегли. Вы правы, барон. Вы правы. Вас интересуют наши разведшколы? Да, для начала. С этого года в моем ведении 3 разведшколы. На мызе Кумна готовятся разведчики. На мызе Лейце готовятся радисты. На мызе Кейла-Юа, вот здесь, на берегу моря, школа агентов-диверсантов. Но люди в основном я там... Я осведомлен. Чем я могу быть вам полезен? Пока мне нужно 2 агента для заброски в тыл русских. У меня задание особой важности и секретности. Верховное главнокомандование поставило перед Абвером задачу дезинформировать русских о наших планах. Нам с вами, господин Целариус, поручено создать канал для продвижения такой дезинформации. На каком уровне? Штаб фронта? Нет, непосредственно в ставку Верховного главнокомандования русских. Это связано с направлением нашего главного удара на юге. Thank you.
Помогите мне в вашей разведшколе, господин капитан, отобрать двух агентов. Пожалуйста. Первый справа некто Ведерников. Человек вполне надежно участвовал в карательных операциях. Ведерников смелый, волевой. Гордость моей школы. Ознакомьтесь, господин майор. За участие в острых акциях приговорен партизанами к смерти. Я бы хотел поговорить с курсантами лично. Зверев Александр Федорович, летчик-коммунист. Не рекомендую, ненадежен. Вот эти двое. Проделаем с ними маленький эксперимент. Опа. Вольно, вольно. Продолжайте, Ведерников. Отлично. Иди. Зверев. Схватка не учебная, а боевая. Победителю приз. Покажи, на что ты способен. Комиссар, я из тебя вышибу духа. Прикажете прекратить, господин майор? Ну, почему же? Даже интересно. Слушай, господин капитан! Ты! Что ты делаешь, собака? Лейтенант, оставьте его. Все правильно. И все-таки, какая гарантия, Зверев, что, оказавшись среди своих, вы не явитесь в НКВД?
Никакой. Стоит ли мне рисковать? Работа у вас такая, без риска нельзя, майор. Господин майор. Это слово не выговариваю. Не привык. Зверев, Зверев, как вас держали в школе и не расстреляли непонятным? По-моему, очень понятно. Хлуи сейчас никому не нужны. А я для работы годен. Если только не явитесь в контрразведку, товарищ майор. Разведчик в людях разбираться обязан. Какой разведчик не ошибается? Думайте, майор. Слов я вам говорить не буду. Но вас можно понять, кто предал один раз, предаст и второй. Вы русский язык где изучали? В Москве. Ну, тогда русского человека вам сам Бог велел знать. Не помешал вам? Нет. Я сегодня чертовски устал, барон. Выпьем? Благодарю вас. Нет. Налить по-немецки или по-русски? Мы воюем с русскими. Хорошо. Вам задание. Понятно, Зверев? Понятно. Выполните. Постараюсь. Не предадите? Что вы меня как девушка пытаете? Что со мною сделают там, если явлюсь? Расстреляют? Если расстрел, так лучше у вас. Почему? Потому что у вас я умру как герой, там как собака. Верно. Ну, а может быть, не расстреляют? Не волнуйтесь, расстреляют. Вы оптимист. Хорошо. Можете идти. Ну что же, будете забрасывать. Он же сразу перейдет к русским. Конечно, перейдет. Но на этом построена вся операция. Зверев явится в большевистскую контрразведку и расскажет о вашей школе, о вас, фрегатный капитан, и о майоре Шлоссере, который прибыл в Таллин со специальным заданием. Русская разведка должна заинтересоваться информацией Зверева. Они пришлют в Таллин своего человека. Наша задача — его обнаружить и захватить. Мы с вами, выходит, в роли подсадных уток. Вроде того. Дожили. Готовимся принимать Франца Магеля. А его отца господин генерал и на порог дома не пускал. Гитлер, Георг. Здравствуй, Франц. Штурмбанфюрер, начальник гестапо. Поздравляю. Фюрер дал мне то, что вы получили при рождении, барон. Я рад за тебя, Франц. Ты прекрасно выглядишь. Альма. Я очень рад, что ты в Таллине. Когда я узнал, что ты снова на службе, я так подумал, что... Может быть, скоро появишься в наших краях. Старый Хельмут проскрипел, что лавочник может остаться лавочником, какую форму он ни надел. Почему лавочник? Лавочник.
В Майгеле всю жизнь были скотоводами. Ваши быки славились на всю округу. Помнишь нашу ферму? Я недавно получил от Эльзы фотографии детей. Да, у тебя их много. Пятеро. Ради бога, без фотографий, Франц. Уезжаю, я видел все твое семейство. Осторожно, Франц. Хельмут, с сегодняшнего дня ты будешь говорить господин штурмбанфюрер. И поторопись с ужином. Прошу. Слушаю, господин барон. У нас здесь работы хватает, Георг. Да. Шеф заболел. Теперь твой Франц отвечает за город. Это непросто. Понимаю. Ничего ты не понимаешь. Но скоро поймешь. Эстонцы должны были встретить нас лучше. Почему, Франц? Почему эстонцы должны относиться к нам хорошо? Тебе будет трудно работать, Георг. Хотя и Канарис добился твоего возвращения в строй, но это еще не значит, что тебе во всем доверяют. Я не могу тебе в этом существенно помочь. Спасибо за откровенность. Я забыл тебе сказать, Герша, я получил приказ из Берлина оказывать тебе посильное содействие. И начал с подслушивания телефонных разговоров. Неосторожно. Тебе должно быть известно, что адмирал Канарис встречался с Гиммлером, и что в этой операции СД и Абвер должны работать вместе. Ну, конечно. Конечно. Я хочу предупредить тебя, что вот этот Зверев... Курсант, которого взяли из разведшколы, он очень ненадежен. Очень ненадежен. Он спит, видит, как возвратиться к своим. Мы не расстреливаем только потому, что, наблюдая за ним, выявляем неблагонадежных. И все же я рискну его забросить, Франц. Добрый вечер, господа. Хай, Гитлер. Вы прекрасно устроились, барон. Умение создавать уют на войне – большое искусство. Господа, в ближайшее время, по моим расчетам, в Таллине должен появиться русский разведчик, который будет интересоваться деятельностью вашего бюро, фрегатом капитан. Площадь Вана Вялик, дом номер 3, где расположена ваша адверкоманда, фрегатный капитан. Нужно помочь русскому устроиться вблизи интересующего его объекта. Напротив, дом пустует. Здесь неплохо было бы создать небольшой пансион, 3-4 комнаты. Здесь концертный зал. Здесь срочно нужно организовать офицерское казино. Клуб для особо избранных. Для наших людей, фрегатный капитан, и для ваших, штурмбанфюрер. Но русский не полезет в такое логово. У него не будет лучшего подхода. Ну, а зачем стараться? Чтобы поймать одного русского? Я не считаю, что разведчикам надо родиться, но учиться этой профессии, учиться желательно. Я признаю твой авторитет в таких вопросах, Георг, но все эти приманки, ловушки, это не в моем вкусе. Фрегатный капитан, нужно было бы организовать наблюдательный пункт, я думаю, где-то в районе парфюмерного магазина и фотографировать всех проходящих по улице. Начнем. Сегодня у нас какое? 20 мая. Ну, скажем, 10 июня. Господа, прошу вас к столу. Штурмбанфюрер, не сочтите за труд. Распорядитесь, чтобы с 10 июня для меня составляли списки всех прибывающих в город. Да, но они у нас не все регистрируются, барон.
Интересующий меня человек зарегистрируется. Прошу. Обратите особое внимание на офицеров, приезжающих в отпуск, коммерсантов, гастролирующих артистов. Каждую неделю списки проверять и выбывших вычеркивать. Меня интересует человек, который приедет в город, ну, минимум на месяц. Мне хочется верить, что между нами не будет ведомственных расприй. Германии важен результат операции, а добьется ее Адлер или СД, значения не имеет. Я поражен, барон, что вы при вашем опыте выбрали Ведерникова. Они перегрызутся еще в самолете. Это сорвет операцию. Риск необходим. Зато, когда Зверев явится в контрразведку и сдаст Ведерникова, биография последнего подтвердит правдивость Зверева. Ну что ж, будем надеяться, что русские клюнут на ваш тандем. Штаб-квартиры фюрера 9 июня. Главное командование вермахта сообщает. В районе укрепленной линии окруженного Севастополя наше наступление успешно продолжается. Бои происходят в сильно пересеченной местности. От советского информбюро. На севастопольском участке фронта продолжаются серьезные бои. Наши артиллеристы огнем своих батарей в течение дня рассеяли и часть уничтожили до полка пехоты противника. Сорванец. Сын, черт возьми. Сережа, все. Все будет в порядке. Все образует Костя. На фронт, значит? Что в приказе сказано? Направить войсковую разведку. Все. Прямо, конечно, никто не сказал, что в мои способности больше не верят. Все ясно. Чепуха какая-то. Сорвался я, Сережа. Пришлось с таким Иудой общаться, следователем в гестапо. Не человек вовсе. Ты таких не видал? Видал. Это фашист, а это свой. Партизаны его приговорили, два раза пытались. Осторожный подлюка был. Шлепнул. Да. Легенда у меня была хорошая. Информация шла. Профессионал. Он детишек истязал. Если бы я его не... Не знаю. У меня мозг профессионала, а сердце любителя обыкновенное. На фронт. Ну, дорвусь я.
Никаких тебе мудростей. Там они, здесь мы. Жаль, Юрия Васильевича нет. Он бы тебя понял. Ну, а новый-то как? Кто его знает? Вроде ничего. Знаменитая палка от одного немецкого офицера досталась. Держи. Старший лейтенант государственной безопасности Скорин для дальнейшего прохождения службы прибыл. 4 года я тебя не видала. Не меняетесь вы, Вера Ивановна. Ну уж это ты врешь. У меня одни косы остались. Бабе век-то под горку покатился. Почини плитку, пожалуйста. Ты новый, знаешь, чай любит. Куда тебя угораздило-то? А? Уж от тебя-то мы не ожидали. Я понимаю, Петрухин или Сазонтьев. Те и в мирное время найдут тебе покалечиться. А ты-то у нас такой осторожный, как же это так? Ну вот, Вера Ивановна, жить будет. Ты затягни, Сереженька, пожалуйста. А то у нас Николай Алексеевич любит аккуратных, подтянутых. А что он еще любит? Ты смотри, поосторожней. А то он недавно Сапрыкина чистил. Я его потом 1,5 часа чаем отпаивала. Ну, чай и я люблю. Можно. Он, знаешь, сам курит и другим сколько хочешь разрешает. Подожди, кажется, идет, а у меня еще чай не готов. Ну? Старший лейтенант госбезопасности Скорин для дальнейшего прохождения службы прибыл. Всегда такой худой или после ранения? Всегда, товарищ майор. Проходите. Вера Ивановна, чайку нам, пожалуйста. Садитесь. Курить. Ну, как вам новый начальник? Новый начальник, товарищ майор, как говорится, всегда хуже старого. Да, ну, наверное, не всегда. А сначала? Как здоровье? Вылечился и готов воевать до победы. Ну-ну. Рапорт ваш с просьбой отправить на фронт у меня. Папироску-то разминайте, как красноармеец, что ж, после 4 лет пробивания Германии. А я дома, товарищ майор. Чай нам туда, пожалуйста. Ну что ж, Сергей Николаевич, беседу мы с вами начнем с вашей биографии. Вот сейчас получим чаю и побеседуем. Расскажете о себе коротко, но подробно. Хорошо сказал. Коротко и подробно. Товарищ майор, вы ознакомьтесь с моим личным делом, там все подробно и складно записано. А я, извините, рассказчик скверный. Пойдемте, Сергей Николаевич.
прошу. Значит, анкету советуйте почитать. Ну, родился я в городе, в Москве, в 15-м году, в семье служащего. Это можете пропустить. Окончил 10-летку, год работал переводчиком и туристом, потом поступил в ИФЛИ. А почему хорошо так язык знали, что после 10-летки переводчиком работали? А я и не знал. Уговорил одного товарища в интуристе, убедил, что справлюсь, переводчиков у них не хватало. За год поднаторел. Способности у меня, говорят. Да, бывает. Поступил в институт, увлекся западной литературой. А на третьем курсе пригласили в райком комсомола и путевку в руки. Я выразил сомнение. Объяснил, что сугубо штатский я человек. Выразил подозрение трусоватый, и в герои-разведчики могу не подойти. Ну, долго говорить мне не дали. Сказали про долг перед Родиной. И послали учиться на курсы. Почему сомневался? Я объяснил. Не понял. Что, боялся? А вы не боитесь? Так, направили в нашу школу. Проучился 2 года, назначили сюда. Что, всех в Москве оставили? Нет. Почему вас оставили? Спросите руководство. Работал. Привык. Потом полюбил свою работу. Вот и я тоже однолюб, Сергей Николаевич. Ты уж извини меня за красивые слова, но человек без любви не человек вовсе. Так, пустышка. А любовь, знаешь, оружие грозное. А ничейного оружия, знаешь, не бывает. Ты чего это брак-то не оформил? Ладно, поговорим потом. До завтра. Замок я давно поменяла. Сереж, ты не виноват. И я не виноват. Ты не думай, я никого не любил. Да можешь ты понять, что тебя не было. Тебя не было. Значит, тебя нет. И я смирилась с этим. Никого не любишь. У меня сын. Сын есть. Семьи нет. Завтра. Ровно в 12. Угу. Прекрасно. Поставим штамп в паспорте. У Олежки должен быть отец. Кто имеет право лишать отца сына? Война. Советского информбюро. По приказу Верховного командования Красной Армии 3 июля советские войска
оставили город Севастополь. В течение 250 дней героический советский город с беспримерным мужеством и стойкостью отбивал атаки немецких войск. Теперь на Сталинград навалится. Дать Сергею Николаевичу автомат. Пусть поправит положение. Тысяча скоренных полков. Скоро, но целесообразнее воевать в одиночку. Не уговаривайте, Николай Алексеевич. А вас, извините покорно, никто уговаривать и не собирается. Сейчас я вас познакомлю с одним перебежчиком. Его направил Абвер с серьезным заданием. Немцев будто бы интересует Транссибирская магистраль. Симаков говорит, приведите ко мне Зверева. Да, жду. Прошу. Проходите, Зверев, садитесь. Здравствуйте, гражданин майор. Я сегодня не ложился. Знал, что вызовете ночью. Я проверил ваши показания, Зверев, и получил от авиаполка ваше личное дело. Сейчас не вызывает сомнений, что вы действительно майор авиации, Зверев Александр Федорович, и что ваш истребитель был сбит 20 июля 41 года в районе Бреста. Характеристика на вас отличная. Рано, Зверев, рано. Вы бывший майор. И возвращать вам звание, партбилет и орден, пока никто не собирается. Простите, непонятно, как вы, попав в плен в форме офицера-летчика, не только остались живы, но и были завербованы в диверсионную школу. Какие основания были у гитлеровцев рассчитывать, что из вас может получиться преданный им человек? Почему вам поверили, Зверев? Абверу прекрасно известно, что большинство наших летчиков коммунист? Я и не скрывал, товарищ. Извините, гражданин майор. Я, будучи схваченным, не скрывал, что состою в партии. Однако они пошли на вербовку, офицеры и коммунисты. А вы согласились? Почему, Зверев? Я уже отвечал, гражданин майор. Что польза было бы от меня, покойника? А я вернулся живым и принес, насколько я понимаю, ценные сведения. Я делал все, чтобы вернуться в строй. Это все слова, Зверев. А я поклонник фактов. Пока нет основания верить вашей версии. Я советский командир, гражданин начальник. В личном деле записано, что командир. Характеристики читаешь, шапку перед вами можно снять. А как вспомнишь про службу вашу у немцев, начинаешь думать, не ошибся ли ваш политрук.
А все-таки, почему Абвер поверил вам? Не знаю. Но я говорю правду. Мое задание — создать сеть агентов-диверсантов на Транссибирской магистрали. Готовим меня тщательно. То, что я рассказал, правда. Давайте сначала. Как вы попали в школу для диверсантов? Война войной, а жизнь жизнью. Женитесь, значит. Женимся. Что-то невеста, смотрю, невеселая. Сейчас ведь замуж выйти счастье. Да вы садитесь, садитесь, молодожены. У вас, Елена Ивановна, сыночек имеется. Фамилию менять будете? Будем. Мою возьмет. Метрику сына исправьте вскоре на Олег Сергеевич. Одну минуточку. Подпишите, Кирилл Петрович. Это ж надо. Такое время с ребенком омудрилась замуж выйти. Безобразие. А ты б, Катюша, на фронт пошла. Санитаркой. Там женихов хоть отбавляй. Вот площадь Вана-Вялик. Дом 3, Абвер-команда. Начальник фрегатный капитан Целариус. Вот здесь, на соседней улице, дом 6. Офицерское казино. Вот здесь, на углу, парфюмерный магазин. Сафирович, вы говорили, что вас готовил. Майор Абвера Шлоссер, барон. Прекрасно. Целариус. Шлоссера здесь нет. Верно. Отдыхайте, Зверев. Приготовьтесь к встрече Ведерникова. Брать будем бесшумно. Георг фон Шлоссер в 35-39 годах работал в немецком посольстве в Москве. Попал в опалу, Гитлер считал, что Шлоссер в своих сообщениях завышает советский военный потенциал. Красив барон. Холен. Кадровый разведчик, любимец Канариса. Отец у Шлоссера, рейхсверовский генерал в отставке. Терпеть нацистов не может.
Зачем Шлоссер... Ты сиди, сиди. Послал Зверева. Я не верю, чтобы кадровый разведчик Абвера не понимал, кто перед ним. Да. Тут что-то не так в этой истории. Но, думаю, Зверев говорит правду. Думаю, да. Ну, интересно, правда? Значит, ровно в 6, милая, у последнего вагона. Ты знаешь, я недели две, каждый день в 6 ровно, приходила как на дежурство. Теперь не опоздаю. Возвращен в строй Шлоссер. В 40-м он дал в Берлин объективную справку о нашем танковом потенциале. Это было на руку тем немецким генералам, которые предостерегали Гитлера от войны против нас. И после этого, по личному приказу Гитлера, Шлоссер был отозван. Кто мог вернуть Шлоссера в строй? Гитлер. Соответственно, масштаб задания Шлоссера. Заинтересованность немецкого верховного командования значит направление главного удара весенне-летней кампании. Отправка на фронт отменяется, Сережа. Поедешь в Таллин. Хорошо, Виктор Иванович. Возвращай Шлоссера, Канарис выполняет, безусловно, приказ Гитлера. Ну, а Канарис есть Канарис. За спиной фюрера Гиммлера он может вести собственную игру. Игру для нас очень интересную. А в Москве нам только остается гадать. Да-да. Непонятно, чего добивается Шлоссер, забрасывая к нам такого агента, как Зверев. Придется тебе разбираться там на месте. Помни, Шлоссер — это сверхзадача. Попытаться сблизиться? Да. Шлоссер был против войны с нами. Вот попробуй сыграть на этом. Я боюсь, Виктор Иванович, этого будет мало. Я таких немцев знал. Возможно. Вот и будешь решать на месте. В любом случае, нам необходимо знать задание Шлоссера. Сколько тебе нужно времени на подготовку? Фашистские газеты за последний месяц
пару дней в лагере для немецких военнопленных, выучить легенду, изучить оперативную обстановку в Таллине. Изучить город? Изучить город. Недельку, товарищ комиссар. Николай Алексеевич, даю 10 дней. Разрешите? Да. Совершенно срочно, товарищ комиссар. Извините, товарищи, одну минуту. Итак, немецкий офицер пошел в отпуск по ранению. Офицерская книжка, свидетельство отпускное. Полицай из городской управы, наш человек. У него же получишь рацию. Цветочница, которая торгует цветами на улице Пик, также связана с местным подпольем. Письма твоей невесты. Дом, где она жила. А вот и сама невеста. Грета Тар. И пусть ваша жена не ревнует, ее вы все равно не найдете. Значит, в Таллин. Значит, так. Ни пуха, ни пера, Сережа. К черту. Где он этот день? И на каком календаре, как пламя он алеет? Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Я через все смогу пройти, я все преодолею, лишь бы наступил он, этот самый долгожданный зарей. Победный день, где он этот день? Я до него готов ползти сквозь версты и метели. Где он этот день? Мне б дотянуться до него через года. Где он этот день? Когда же к людям он придет? Придет на самом деле. Этот наступивший, этот самый заревой победный день. Над пожарищем кружит черный дым. Я когда-нибудь буду молодым. Научусь я когда-нибудь бродить с любимой до рассвета. Я хочу теперь только одного, одного хочу, больше ничего. Заклинаю тебя, приди скорей, приди, моя победа. Где он этот день? На каком календаре? Как пламя он алеет? Он этот день, в каких краях его искать, в каком году, где он этот день, я через все смогу пройти, я все преодолею, лишь бы наступил он, этот самый долгожданный зарей. Победный день.